что раздулся сами. А мы тут рэп ебашим и храним традиции. Все нормально. Трек. Вечерний Челябинск. По телеку опять наврали, прыгаю на тралик. В свое время в универе мое время украли. Но я без паники пишу в тетради. В каждой хате интернет. Похуй расстояние, похуй расписание. Решайте сами, когда готовить пельмени, а когда готовить сани. Я не хочу жить так, как в учебнике написали. Хочу как эти, с запутанными волосами. Пираты в Сомали захватывают корабли. Еще вчера по радио сказали, что разбился самик. А в Челябе снег, кружится фонари. И я сейчас все это вижу своими глазами. Не могу представить, как бы жил в Италии. Или как в Китае на подвале бы шил сандали. Нет, я на Урале, на трамваях и траликах без палева срезаю район дворами. Зимой морозы, летом война с комарами. Струится не спеша город в оконной раме. И я тут, как тут, солнечный джами. Чё-то решаю, никому не должен, никому не мешаю. Я спокойно себе живу. Я спокойно себе живу. Тебя слишком занимает, что было и то, что будет. Мудрецы говорят, прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящее даровано. Поэтому его и зовут настоящим. Ты можешь спрятать лицо за арафаткой или розеткой, глаза под шапкой или кепкой. Твой выкрик из этой толпы будет ответным. Мой выход из подземки, никаких секретов. Микрофоны и пульты, рэп без марафета. Хип-хоп мэн кредо, асфальт и неон. Хай-тека формирует эго, как лего. Я городской, кивает сити гайн, знает это, чувствую дыхание ветра. Вижу голубое небо, так много белого цвета. А это уже не гетто. Оставлю в памяти пару моментов бесцветных, бесценных, как след оставляет протектор. Читы мечты с работой утекают, сточный коллектор. Душа летает или в кайфах тает ментально. Это похоже на кошмары из детской спальни. В этом нет морали, конца или края. По телевизору опять наврали. В инете спамеры с рекламой хлама, прямо скажем, заебали. Эта система дырявая, я ей не доверяю. Опять прыгаю в тралик, еду и покупаю. Почему? Потому что я живу. Секретного ингредиента не существует. Как? Не существует. Нет его. Никакого секретного ингредиента. Чтобы сделать что-то особенное, надо просто поверить, что это особенное. Никакого секретного ингредиента нет.